Так, в семьях обычно рождалось много детей, от 3 до 7. Они с молоком матери впитывали в себе традиционный кочевой образ жизни, и в основном они находились в общине и впитывали жизнь самостоятельно. Потом игры носили подражательный характер. Перед вами стен, предметно показывающий традиционные игрушки. Как я говорил, что игры детей носили подражательный характер, как они выдали него на стойбище перекочевками, поэтому и игрушками служили в основном фигуры животных, оленей, собак. Они делались из кости оленя или из кости птицы, из дерева, тальника. В основном это фигуры оленей, которым выступали в основном вот, на первый план рога оленей. А девочки нянчили вот тряпичные куклы. Мальчики охотились, забавлялись вот самодельными луками или самостоятельно под присмотром старших ставили различные вот самоловы, например, вот черкан для горностая. Они учились ходить на широких лыжах с детства, так называемый шаг на широких лыжах тут хамыта, который тоже имеет свои особенности. Ставили вот сельки, тугах петели на курпатах. Также они самостоятельно мастерили вот такие более типа игрушки, типа юлы, который дает крутящий момент в играх. Подвижные игры, например, вот так называемый ивентийский футбол, вот такие мячи, сделанные, сшитые из выделенной шкуры и набитой шерстью или чем-нибудь. Они играли так называемые подвижные игры или стреляли самодельными луками. Вот на таких шкатулках детских, шкатулках, вот они ставили вот свои игрушки. Также имелись для с детства, чтобы была выправка у них была, чтобы было прямохождение, прямо ходили, чтобы вот такие сбалансированные игрушки с центром тяжести, это называется кабджи, куропатка. Вот носитель вот традиционную культуру
Наша незабвенная Марья Афанасьевна Анисимова говорили, что я в детстве играл такой игрушкой. Но она среди нас нет. К сожалению, шла мириной. Но все равно вот осталась вот эта игрушка, которую она нам вот сказала, завещала. Ну, вот снова надевает шапку и ставит вот на макушке. Таким образом, держа с фиксурье свою осанку, вот они, у кого дольше будет держаться на макушке, ребенок будет ходить прямо, выправляя свою осанку, которую дает хорошие результаты. Таким образом, это так называемая игрушка. То есть сложное, составное. Примерно вот жизнь детей была плетена в саму суть общины, поэтому они с детства уже себе принимали серьезно вот, подготовки для взрослой жизни, кочевого быта, кочевников.